пресс-показ выставки «Глобальный мир татарской книжности» состоялся в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Экспозиции предлагают взглянуть на редкие книги и рукописи сквозь призму развития татарской культуры. Побывала в стенах библиотеки наш корреспондент Диана Желенкова. Артефакты, представленные на выставке, охватывают различные эпохи прошлого тысячелетия. Посетители могут увидеть древние эпитафии, эволюцию почерков, символы эпохи Золотой Орды и другие книжные памятники. Экспозиция дополняется современными элементами. Это цифровые экспонаты и аудиоотрывки из радиотрансляций. Свой вклад в организацию выставки внес Казанский федеральный университет. Книги из фонда научной библиотеки имени Николая Лобачевского представлены в разделе «Исламская эстетика», с которого и начинается путешествие по выставке. Именно здесь выявляются самые ранние памятники тюрко-татарской письменности, созданные именно в нашем регионе и на разных языках. Перед нами персидская рукопись и также мы показываем образец переплета, также 17 века. В числе экспонатов Казанского федерального университета и рукопись на тюркском языке с элементами использования русского языка, что показывает очень раннее взаимодействие двух разных культур. Также часть рукописи из фонда библиотеки КФУ представлена в цифровом формате в виде постеров. Так, например, несколько изданий «Алифбы» уже на кириллице, которые выходили с 1939 года, представлены здесь. И также рисунки из рукописей, рассказывающих о событиях Первой мировой войны с изображением солдат, также завершают эту выставку. Так что очень символично, что начинается выставка и завершается книжная часть выставки именно с наших экспонатов. Уже сейчас можно посетить выставку ежедневно с 11 до 20 часов. Отметим, что ее открытие посвящено году родных языков и народного единства в Татарстане. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.